Деньги не сделают вас каким? Богатым. Потому что мой бедный папа зарабатывал больше, чем мой богатый папа. Я думаю, что одной из самых больших ошибок, о которых мы поговорим сегодня, является то, что многие люди думают. Если я выиграю в лотерею, я разбогатею, но сорвав крупный куш, ваше мышление остается прежним. Это вам ничего не даст. Деньги — это очень сильный инструмент, как говорил мой богатый папа. Если вы правильно ими пользуетесь, они сделают вас богаче. Если же злоупотребляете ими, они сделают вас...